будешь кушать хлеб? Ты говоришь, по чуть-чуть. А, она может схватить такое, что не прожует. Надо по чуть-чуть. Он как застрянет в горле. Хлебусы кушать, Машина. А вы супик его напишите? И супик. Вот у меня тут обрабатывает, конечно. Можно и так. Папа! Папа! Чего это? Ты кушаешь, да, красавица? Да все, хватит, много не надо. По старинке, как мы крошили сухари. Вкусно? Да, Витюш, вкусно? Поехали. Кушает, зайка, кушает. Мама! Кушай, это мясо, да. Няма говорит. Давай, Маш, ты тоже няму кушаешь. Как же ты наелась. Хороший аппетит. Смотри, не подавись, доченька. Ну, смотри, ты справляешься уже с кусочками. Умечка. Няма! Еще няма, да? Ам. Няма. Угу. Маша няма, ты няма. Да? Няма! Няма! Ам! Няма! 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 Няма, да? Няма! Няма! Еще няма! Давай, кушай! Ребята! Пить, давай погромче кричи няму, Маша. Нормально. Жует нормально. Вот так ребенок должен кушать 8 месяцев. Давай. Кусочки, все идет в ход. Водичку пьешь? Маш, что ты там увидела? Водичка. Открыто, да? Маша. Папа. Папа. Баба. Или бабайка. Бабака. Бабака. Бабаба. Папа. Детки такие интересные. Бабака. И бабайку зовёт. Бабака. 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 Бабака съест Витю? Прости, Витя, я пошутила. Ам, маняш, давай. Жижа, жижа. Дёрна, всё такое заедено. Зато... А салфетки я не принесла. Да нет, только это. У меня на будущее не попадает это. Ротик. А вот этого красавчика нужно будет переодеть. Да, переодеть. Маняш, давай, ам. Давай. Нет. Ты наелся, мам?